В Государственном музее искусств имени Абылхана Костиева прошел уникальный музыкальный вернисаж под названием «От американской прерии до Великой степи». Концерт организован в честь 200-летия со дня рождения выдающегося казахского композитора Курмангазы. Это мероприятие было организовано музеем совместно с посольством США и генеральным консульством США в Алматы. Вообще, вот музей Костиева, его деятельность подтверждает, что культура может строить мосты между странами. И музей вносит большой вклад в дружбу между Казахстаном и США. Тут выставляются работы американских художников, казахстанские художники имели возможность посетить США. И, ну, вообще, этот концерт был инициативой музея. И мы рады всегда сотрудничать с ними над такими делами. Уникальность программы заключалась в слиянии двух культур. Американский дипломат и музыкант Рен Эльхай совместно с Лейлой Тажибаевой-Исаевой, Кэндис Миракл и Майклом Алленом исполнили композиции традиционной современной фольклорной музыки Казахстана и США. Это очень интересная программа. Я начну с казахскими «кы», потом будет по-разному. То есть будет американскую музыку на кубызе, казахская музыка на американских инструментах. Будем петь на казахском. Концерт прошел в зале выставки современного американского художника Ханта Слоунема. Подобные музыкальные вечера с различной тематикой проходят в Музее искусств регулярно.